Буквально несколько часов назад Рубин прилетел в Мёльде. Уже сейчас команда направляется сюда, на стадион Акер. Ну а тем временем здесь свою закрытую тренировку проводит бригада судей. Ну вот, наконец, и Рубин сделал свои первые шаги по изумрудному газону Акер-арены. В Норвегию прибыли все сильнейшие игроки, за исключением Романа Шаронова. И как отметил главный тренер Рубина Курбан Бердыев на пресс-конференции, к сопернику они относятся очень серьезно.